Разделяй и властвуй – знакомый всем принцип управления времен Римской империи. Его суть в том, чтобы разделить единое сильное государство или общество на враждующие между собой группы, которыми легче управлять. Сегодня таким принципом в отношении к странам Центральной Азии руководствуется коллективный Запад во главе с США. Таджикско-кыргызский конфликт. Попытка государственного переворота в Казахстане, нукусские события, подогрев национализма и русофобии, продвижение ЛГБТ. Это звенья одной цепи, направленные на ослабление и дестабилизацию Центральной Азии и Узбекистана. США усилили внимание к региону после начала конфликта на Украине. Задача – открыть против России второй фронт на южных границах, а для этого настроить Узбекистан против России и соседей. Но Запад забывает, что мы долгое время жили в составе единого государства и прекрасно знаем друг друга. Наши страны объединяет историческое наследие, совместная борьба с нацизмом и фашизмом, схожий менталитет и культура. Поэтому мы встанем плечом к плечу и в унисон пошлем недоделанных неоколонистов в